Так, сегодня у нас 11 октября 2019 года, пятница. У меня долго не было, уже шло письмо, уже 24 сентября на почте было. Коротко посмотрим, как оно выглядит. И вот какое содержание письма я вас сейчас зачитаю. Стойте. Так, немножко. Еще раз общую картину. Значит, мы находимся в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, управление в Алтайском крае, приемное управление Федерации. Снимать везде можно. И я хотел доказать, что ответили быстро, по закону, и все хорошо. Я поблагодарил Бога. Я добивался, чтобы на детекторе лжи проверили, когда меня судили, статья не моя была даже, 190 прим, распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный государственный строй. Этого не было. Я верил в это, что было раскулачивание, ГУЛАГ, я насчитал архипелаг ГУЛАГ. И вот написано, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, ФСБ Алтайскому краю управления 18 сентября, 2019 года, номер Л-624, проспект Ленина, 30, Барнаул, 656-015, Лапкину, ИТ, улица Ползунова, дом 6, город Барнаул, Алтайский край. Ваше обращение, поступившее из ФСБ России, рассмотрено. Доводы обращения приняты к сведению. В силу статьи 1 Федерального закона от 3 апреля 1995 года, номер 40-Ф3, о Федеральной службе безопасности, в скобках, далее закон номер 40 ФС, Федеральная служба, единая централизованная система органов Федеральной службы безопасности, осуществляющая решения в пределах своих полномочий, задач по обеспечению безопасности Российской Федерации, как грамотно написано. Закон номер 40-Ф3 не предусмотрено законом проведения УФСБ России в Алтайском краю психофизиологических обследований физических лиц на полиграфе, в скобках, детекторе лжи по их обращениям на безвозмездной основе. Я, может, думаю, надо это... Так. С учетом изложенного удовлетворить вашу просьбу не представляется возможным. На основании части 4 статьи 5 Федерального закона 2 мая 2006 года, номер 59-Ф3, о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, вы вправе обратиться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие бездействия в связи с рассмотрением обращения в административном и или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В РИО начальника управления Потоцкий А. То есть я доволен ответом. Теперь буду консультироваться, где это можно сделать. То есть они не отказали. В силу полномочий, какие закон им дает, они это ответили. Так что тут ничего нельзя сказать. Я сейчас еще фотографируюсь, потому что люди просят, иногда тоже начинают там, враг народа. Я никогда не был враг народа. У меня биография такая. В органах МВД работал после окончания строительного техникума. Материны ты, брат, три брата Чунаревой. Макар Филарет Эммануил погибли на фронте. Отец Тихон Дмитриевич пришел без руки с фронта. Она никогда не было. Мы не слышали, чтобы родители ругали власть. Никогда. Ну, а 10 детей у отца было. Ясное дело, что бедно жили-то. Мы никогда мы этого не слышали. Я сейчас дам фотоаппарат. Меня здесь снимешь. Мы ничего нигде не сделали противозаконного. Так, я подержу пока этот аппарат. С ним пойдем. Так, на этом. Сделай несколько снимков. Я благодарю Бога. Проходил по этому ведомству два раза. И со мной ни разу не поступили беззаконно. Какой закон был, по нему не поступали. Особенно запомнился, тогда был подполковником Никулин Юрий Михайлович. Мы его прозвище было, скажем, не называть, настоящий интеллигент. Он приехал на машине, на своей, КГБ-вской,
форме и меня из тюрьмы вытащил и привез домой. Я, говорит, матери обещал. Где это было, у кого такое? Так что я благодарен Богу, что меня этим путем Господь провел. Большой опыт Господь дал мне. Имея общение вот с этими органами и прочее, мы уходим. Повторяю, что я благодарю Бога за все, что мне Господь здесь дал. По славу Божию. Угу. Пошли. Статья Уголовного кодекса, 27-я КОАП, разрешает фотографировать, съемки делать везде, кроме пяти мест. Первое. Закрыто заседание Государственной Думы. Его здесь нету. Второе. Военные корабли из военных кораблей. Иностранные. Третье. Таможенное пространство. Все. Таможенное. Четвертое и пятое. Министерство электрификации и газификации. Все. А остальное от незнания закона или от желания вести людей в заблуждение, самоуправство. Все суды выиграли, когда запрещали. И ничего не сделали, ничего не надо, ничего не надо. Дальше я хотел рассказать, что краевой суд, здесь был крайком партии, то есть главные начальники Алтайского края, тут крайком района, это райком, а это крайком. Тут я проходил несколько раз, меня судили, вот это не здесь, а там на Льва Толстого, для музея истории, искусства и литературы теперь. А потом, когда я подавал кассационную жалобу, 11 лет шел суд. Это здесь, в этом здании. Я его выиграл. Тогда был еще Пашков Виктор Иванович, председатель краевого суда. Вот у меня хорошие воспоминания. Так вас сажали. Ну и что, сажали, сажали. Я живой. Следователь умер вскоре, прокурор умер. Ничего другого нету. Это как уж Господь поведет. Вот здание большое, красивое. Вот видите, флаг какой. Мне говорят, зачем флаг на голову? Я люблю, это единственный за всю мировую историю флаг, который говорит о рождении, о жизни и о смерти, о суде Божьем. Все рождаются в мире, должны думать о небе, будь это католик, будь мусульманин, буддист, разницы нет. Далее, все должны рождаться в крови и думать о Боге. А вот белый вверху – это великий белый престол, откровение Иоанна говорит. Я видел, говорит, сидящего на нем бежали небо и земля. Поэтому флаг это неконфессиональный, вневременный, вненациональный. Он божественный. О, посмотри, думаю. Так. Надо, чтобы вершилось правосудие, да благословил Господь. Там ФСБ, и здесь я по их ведомству два раза проходил. По, ну, КГБ арестовывало меня. Меня арестовывали непростые следователи. Я благодарю Бога, еще раз говорю. Потому что это опыт жизни. Опыт. Ну, а дальше там профсоюзы. Здание. Барнаул один из красивейших городов России, не все это знают. Смотрите, сколько зелени, какие новые красивые здания. Там вообще есть, как говорят, закачаешься. Чистый город. Вот этот мэр города, там, Баварин Владимир Николаевич, он входил в десятку лучших мэров России. У нас были очень близкие отношения. И он помог мне получить возмездие. У меня иск был 11 миллиардов. То, что у меня изъяли фанатеку. Самую крупную в мире, как считают. Мне деноминации еще не было денег.
Россию, он уезжал в организацию, я просто не знаю. Вот. Но он погиб трагически. Мы встречались, он приезжал к нам. Два здания дали, вот где на Ползунова. Удивился, как много сделали. Бывшее здание свода стало храмом настоящим. Хотя креста сверху нет. Люди собирались раньше по домам. Тут и митрополит у нас служил, местный алтайский. Слово сказать, вот митрополит – это великая осторожность. Милость Божия, что Господь дал такого нам епископа. Вот мы относимся к Русской Православной Зарубежной Церкви. Но очень хорошее отношение с Московской Патриархией в лице митрополита. Его Сергий фамилия, Иванников. Сергий власть, митрополит. В Потеряевке мы строим православный мир. Это так Господь сделал. Сейчас мы до него дожидаем. Видите, даже посмотри, как ты маленько поверни сюда, погляди. Даже простая библиотека, как красиво все устроено. Аптека. А? Аптека, да? Аптека, да. Красиво. Город красивый. Надо, чтобы жили красиво, для этого надо быть верующим. Вот мы сейчас проходим, здесь небольшой, это часовенка, как называется. Видишь, вон она, видишь? Там продают книги, еще там что-то, я-то долго не знаю, как он бывал. Ты заходил, но... Вот этот Ленинский проспект в Барнауле раньше назывался вот так, он. Вот, посмотри. Царе-батюшке он назывался Московский проспект. И назвали магазин Московский проспект. Вот так. Память в народе сохраняется о зданиях, о том, что это было, как было. Мы сейчас доходим до первого здания городской администрации, а напротив второе было здание. Но за него долго ходатайствовали, тут стояния были молитвенные. И эти здания, бывшие семинария, епархии, ну, Томская епархия тогда была. Все это было реквизировано, осторожно. Вот. А теперь там митрополия. Митрополия. Даже удивительно, что отдали. Невероятно. Это Господь так сделал. Правильно, сушка в новое сливать там, кто хозяин, в разных городах продает. Ну, чистительное там, порошки и прочее. Он мне для детского лагеря помогал всегда. Где-то что-то разорванное там продать нельзя. Добрый мужик. Я все припоминаю. Я, эти грузчики бегом бегают. Я посмотрел, говорю, что за грузчики. Обычно курят, раздавают, бегают. Вы спросите, сколько я им плачу. Вот и весь ответ. Здесь фильм «Адские водители». Надо 10 человек, а они, кажется, 5. Поэтому такая скорость, так гонит. А вот на этом сидят ликвидация, когда побежал один с такой финансированной. И это куда еще? А вот отсюда сейчас вы подойдешь. Интересно, ты достанешь интересно приблизить, чтобы видно было. А вон там что ли, на здании? Да, вот сейчас дойдем, чтобы напротив. Это митрополия теперь. В это трудно было поверить, что отдадут. А тут целый корпус. Тут и что только нет, и заседания, и большие здания. Но построены были давно. Их изъяли. И вот повернуло все назад. Заслужили быть на доске почета. Мы идем в самый центр Барнаула, центральный район. Ползунова. Вот рядом вот это Динамо. Большой стадион. Соревнования.
еще не все, там все понастроено. Ой, прости. А вот посмотри, вот так проведи коллективы, лучшими признаны в Барнауле. На память оставишь. Коллективы вверху покажи. Вот отсюда надпись главная показать. Заснули это все. Пускай люди за рубежом знают, как живут люди в Барнауле. А то разных там предателей уехали, которые слушают их. Есть такая группа, я горжусь своим президентом, ибо великая страна России. Мы каждый день молимся за начальствующих, за всех, кого знаем. Господь повелел молиться за царей и начальствующих, которые ниже. Вот. Пожалуйста. Если можно. Сейчас вы приходите, написано «Почетные граждане России». Барнаул. Барнаул. На память сохрани, сделай, чтобы полным они были. Сюда поверни вот на флаг. Посмотри, городская администрация. Как это закончишь вот эту, потом другую. Вон туда, на городскую администрацию поверни. Там что-то красит сейчас. Флаг. А тут был мэр города. Я встречался, он едет на машине, всегда рукой помашет. Так, следующее. Лучшие люди года. Тоже покажи по порядку, вот так вот. На результат, потом на вторую перейду. Меня снимают. Лучшие, вас... лучшие люди города. А я тут че? Вот как интересно. Я с бородами почти не вижу. Женщины без платков все, 100%. Много стрижены. Чтоб совсем волосы не тронутые, тут даже и нет таких, кажется. Вот какая-то одна. Бутылкова. Муж за заслуги в развитии города Барнаула. Достойные люди. Раз, два, три, четыре. 23 человека. Галстук не был расстегнутый. Вот один, кажется, вот подпальный. А там он Звонков Николай Викторович. Такая бородка стриженная. А больше нету. Мужчина без бороды и женщина без платка. Ну, видно. Вот, вот у христиан это не положено так. Это же православное, все в церковь ходят. Почему думаешь так? Как президент ходит и
Анатолий Дмитриевич Медведев с женой. И вот это вот засниму. Пускай люди знают, какой город Барнаул. Видно, что читать нужно было. Здесь, не знаю, как это значит. Священное Писание говорит, молитесь за царей и начальствующих. Не ругайте, не поносите, не проклинайте, а молитесь. Ибо всякая власть от Бога. Что значит всякая? Допущено. Первая власть – это мужа над женой. Дальше – отца с матерью над детьми. Как Василий Великий говорит, эта власть распространяется у всех. И у рыб, и у птиц, и у зверей. Везде главный. Коровы весной выйдут, начинают бодаться. Какая главная? Все. Давай ко мне сюда. Все, да? Да, вон там, подойдем. Ель, это ель. Вот, сибирская ель. Одна и вторая. Это ель, не пихта. А вон там, может, даже пихта. Я близко не подошел. Вон какие красивые. Да, ну это вообще, я не знаю, как называется. Саплин Матвей Константинович, 1786-1918, председатель Военно-революционного комитета и Барнаульского совета рабочих солдатских депутатов, депутат Коронского Российского Союза, расстрелян, был гвардейцем. Ну, белогвардейцы были верующие, зачем же расстреляли-то? Ничего они не помогли этим, только оставили о себе память, что они расстреливали. Пришло время, власть сменилась, у Бога все разнаряжено. Тоже будь здоров, там Колчак и подлет, и всех, и самого подлет спустили. Чего только не было. Ну, я игру. Растут, как ухаживают, и какие кусты подстрижены. У вас, говорит, не запущены, ничего подобного. Там даже вон какие-то растут, ограду-то все затянуло. Вот они. Сами по себе, но... Город Барнаул красивый город. Можете посмотреть на карте, где он находится. Южнее Барнаула. Все. Ну все, с Богом.